Друзья, всех приветствую. Помните народную поговорку «Голь на выдумке хитра»? Вот не знаю, хитра это выдумка моя или это глупость полная. Смотрите, что хочу сделать. Так как у нас нет бензогенератора, при выключении света здесь, закладка у нас пропадает, соответственно. Я вот хочу использовать этот газовый баллон и вот этот вот нагреватель, он называется солярогаз. То есть он поджигается просто и как бы горит так инфракрасным пламенем таким вот, нагревает эти керамические пластины, и от него исходит довольно-таки такое ощутимое и эффективное нагревание помещения какого-то. Я, соответственно, хочу использовать вот этот вот баллон с этим нагревателем в том случае, если у меня отключат электричество. Ну, там поворот, это ладно, не будет работать, это не беда, как бы, да. А главное создать температуру. Так вот, я хочу в этом помещении создавать температуру с помощью вот этого нагревателя газового, открыв дверь, соответственно, в инкубаторе, да, и крышки вот в этих инкубаторах. Сейчас я буду, вечером буду закладывать яйца вот сюда, в этот инкубатор, перекладывать отсюда индюшины в блицы. И хочу как бы проверить заодно, насколько вот эта вот схема, она работоспособна. Сейчас у нас с вами здесь вот на этой стене, сколько там, 14 градусов, да? Вот здесь у нас 14, 15 почти, ну почти 15. Я запускаю вот этот вот нагреватель и посмотрим, какая температура здесь будет по прошествии, ну, какого-то времени, скажем так. Вот. Мне надо создать 25 градусов для того, чтобы яйца эти прогреть. Но я попробую создать температуру тут 37 градусов, чтобы понимать вообще, можно ли мне... А, нет, яйца, наверное, перегрею. Ладно, давайте я пока сделаю 25, а там уже посмотрю по ощущениям, смогу я этим обогревателем разогреть вот эту вот площадь до 37,8 или нет. Поехали. Так, вот я поджег, я не знаю, видно вам или нет, такое синее пламя. И сейчас вот со временем вот эти пластины раскалятся так до красна, скажем. Ну и уже так ощутимо он греет. Регулируется вся эта система, ну, подачи газа вот таким редуктором пропановым. Если мы, вот слышите, вот видите, вот я уменьшил, вот прибавил. Вот видите, как краснеет. Ну я вот так сделаю. Достаточно, я думаю. И засеку время, за сколько здесь нагреется воздух до 25 градусов. Так, ну вот наш обогреватель вышел на рабочий режим. Я, правда, поддал копоти, немножко прибавил подачу вот этим вентилем. Прошло 5 минут, и температура у нас уже за 20 градусов. Ну что, нормально. Мне кажется, вполне рабочий вариант. Почему я его рассматриваю, в принципе? Потому как вот этот механизм, или как это назвать, ну, пускай будет механизм, он позволяет работать без наличия электричества, да? Тут, естественно, нам нужен баллон с газом и сам вот этот вот обогреватель. Еще раз повторю, называется он солярогаз. Есть пушечка у меня тепловая, которая более эффективно нагревает любое, даже большое помещение, но в ней большой минус. Там есть вентилятор, который требует электрический ток. Соответственно, в наших вот вводных данных она здесь бесполезна, эта пушка. А вот эта штука вполне даже, мне кажется. Так, вот прошло 12 минут, смотрим мы температуру. Температура уже 24 градуса почти, вот-вот достигнет 24. Все, я дальше не буду кочегарить, чтобы не перегреть яйца, вот эти, которые выложены здесь на прогрев перед закладкой в инкубатор. А так вот, в принципе, слушайте, ну я думаю, что у меня получится здесь нагнать температуру до 38, судя по тому, что до 12, за 12 минут она дошла до 24. Вот. Теперь вопрос, насколько это рабочая схема? Вот вопрос этот адресован у меня к опытным инкубаторщикам, то выводит много птицы. И как вы считаете, если электричество выключит у меня часа там на 2, 3, может быть 4,
я запускаю вот этот вот агрегат, да, открываю двери и пытаюсь сохранить закладку. Получится, как вы считаете? Ничего страшного не произойдет за это время? Вообще, как эта схема рабочая, по вашему мнению, или это глупостями я здесь занимаюсь? Все, жду от вас информации в комментариях. Всем спасибо, всем пока. Да, и, ребят, пожалуйста, не пишите, что не занимайся ерундой, купи генератор, и все у тебя будет нормально. Я, конечно, куплю когда-нибудь, когда у меня будут деньги, генератор, но на данный момент я не могу этого себе позволить. Так что, пожалуйста, вот касаемо вот этого исключительно вопроса, возможно применение вот такой схемы для сохранения закладки или нет. А когда-нибудь, конечно, обязательно мы купим генератор, и надеюсь, что хороший.